Дима, это в продолжении темы для дальнобойщиков инфраструктура. Это вот Рестерия, тоже штат Монтана, ни городов рядом, ничего нету. Это чисто вот туалет. Там был трокстоп, там можно было помыться, а тут просто переночевать, стоянка и туалет. Такой вот. Тоже для инвалидов тут все удобства. Можно на кнопочку нажать. Дверь откроется. Здесь также. Воды попить набрать можно. Там даже женская половина. Здесь мужская. Такие отдельные кабинки. Ходишь. Ребенка посадить можно. Как бы. Рестерия. Просто Рестерия. Туалет. Еще сенсорная.